Нехватка времени – основная причина отказа от диспансеризации. Работа, семья и прочие дела становятся преградой на пути предупреждения заболеваний и их своевременного выявления. Организаторы проекта «Здоровое сердце. Залог успеха» решили помочь жителям города не потерять контроль над состоянием здоровья. Они собрали медицинский десант и приезжают с профилактическими акциями на предприятия и в организации. Действительно, у нас психология человека, к сожалению, не меняется, что пока у нас петух не клюнет, мы, по сути, не начнем ничего делать. И пока относительно ничего не мешает, значит, человек чувствует себя здоровым. И, в принципе, зачем мне ходить к врачу, если я себя нормально чувствую? А процессы идут медленно, они действительно не болят сразу, а когда уже начинается боль, это уже признак той проблемы, которая сформировалась. А для того, чтобы эта проблема не появилась, вот сейчас мы, скажем так, мы пытаемся обратить внимание людей и даже, может быть, в какой-то момент действительно обратить внимание на то, что к врачам нужно ходить. Кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, невролог и терапевт. Эти доктора востребованы в поликлиниках, не остаются без работы и на подобных мероприятиях. Также здесь можно узнать уровень сахара, индекс массы тела, сделать электрокардиографию и пройти УЗИ щитовидной железы. По словам сотрудников и руководства Брест-хлебопродукта, мероприятие это важное и полезное, и они рады, что стали его участниками. Врачи, спасибо, прибыли разнопрофильные, как раз, наверное, те, которые нужны и близко доступны работникам предприятия. Прибыли персонал лабораторных исследований. Все подразделения были проинформированы еще заранее, сделали хорошую запись работников. Я думаю, работы во взаимоотношениях хватит в регламенте сегодняшнего дня. Врачи отдыхать не будут, ну и мы тут организуем работников. Хорошая акция. Здоровый работник – это в самом деле и залог успеха, это и настроение, это и отдача, и вообще взгляд жизнерадостный на работе и по жизни. Благодарны за эту акцию. Акцент проекта «Сердечно-сосудистая система. Ее болезни» продолжают находиться в лидерах списка причин инвалидизации и смертности. У сотен человек именно в ходе подобных мероприятий была выявлена артериальная гипертензия. А это важный сигнал надвигающихся проблем. Заболевание сердца, которое является самой первой причиной и главной причиной смертей во всем мире, ну и в нашей стране в том числе. И самое главное опасность, что это смерти в трудоспособном возрасте. То есть, исходя из развития человечества, из эволюции, к сожалению, это болезни, можно назвать болезнью цивилизации, поэтому они молодеют и приносят достаточно большой урон и здоровью, и развитию государства и экономики. Безусловно, не оставляют без внимания доктора и иные проблемы со здоровьем, отвечают на вопросы, дают рекомендации и при необходимости выписывают направления на дальнейшее обследование. Сегодня на Брест-хлебопродукте горячая пора. Предприятие специализируется на заготовке и переработке зерна. Труд напряженный и очень ответственный. Акционерное общество «Брест-хлебопродукт» специализируется на заготовке, хранении, переработке зерна и зернопродуктов. Это наша традиционная специализация. В этом году заготовка зерна продовольственного началась практически на 2 недели раньше. Получились такие климатические экстремальные условия. Много тепла, солнца, мало влаги, и растения прошли вегетационный период досрочно. Но результаты взаимоотношений и испытаний зерно продовольственное достаточного качества, так скажу, достаточного. Могу заверить, будем с хлебом. Чтобы выполнить план и решить все поставленные задачи, нужны здоровые, полные сил и энергии работники, как, впрочем, и в любую другую пору года. Анастасия Стропко, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БукТВ».